Добрый день, друзья! Меня зовут Юлия, и сегодня я познакомлю вас с рекламой и объявлениями. 20-21 ноября в Тюменском госуниверситете пройдет 5-я международная научная конференция «Экология языка на перекрестке наук». К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели и научные сотрудники. Заявку на участие необходимо прислать до 5 ноября. Материалы для публикации по итогам конференции до 15 ноября на электронный адрес conference72@mail.ru. Справки по телефону 46 20 87. Дмитрий Шапочкин. Изучаешь немецкий или английский язык и хочешь быстро, просто и точно проверить свои знания? Кафедра немецкой филологии Института филологии и журналистики ТЮМГУ приглашает пройти языковое онлайн-тестирование. Тесты ONDAV и ONSET полностью компьютеризированы и стандартизированы. Все задания тщательно апробированы. По окончании тестирования автоматически выдается сертификат, подтверждающий уровень владения иностранным языком по общеевропейской шкале языковых компетенций. Тестирование пройдет 17 и 20 октября в 16:00 и 17:00 по адресу. Улица Республики, 9, Институт филологии и журналистики ТЮМГУ, аудитория 111. Открыт набор в Высшую школу современных медиакоммуникаций. Лекции, воркшопы экспертов и лучших преподавателей вузов страны. Срок обучения 6 месяцев. Начало 1 октября 2014 года. Выдаются дипломы профессиональной переподготовки. Телефон 46 17 98. Информация для первокурсников Тюменского госуниверситета. Объявляется конкурсный отбор на соискание именной стипендии ОАО «Альфа-Банк» по программе «Альфа-Шанс». Участниками программы могут стать студенты, зачисленные на первый курс и являющиеся победителями и призерами заключительного этапа Всероссийских олимпиад школьников и победителями межрегиональных многопрофильных олимпиад прошлого учебного года или выпускниками, закончившими школу с золотой медалью. Отбор будет осуществляться по результатам трех этапов конкурса. Размер именной стипендии составляет 5000 рублей ежемесячно. Более подробная информация о программе «Альфа-Шанс» в положении о конкурсе на сайте Тюменского госуниверситета, а также по телефону 46 29 80. Институт государства и права ТЮМГУ проводит конкурс по благоустройству новой творческой площадки. Необходимо в любой технике разработать эскиз внутреннего двора и гиб на листе формата А4. Творческая композиция должна отражать знаменательные события в истории развития юриспруденции или яркие моменты студенческой жизни. Победитель получит диплом и денежное вознаграждение. Эскизы предоставить до 29 октября в Центр студенческих инициатив. Улица Ленина, 38, кабинет 201. Или по электронному адресу, который вы видите на экране. Объявлен всероссийский смотр-конкурс студенческих работ «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». Конкурсные номинации. Лучший социальный плакат, лучшая социальная презентация. Победители в каждой номинации получат премию в размере 15 тысяч рублей и памятные призы. Работы принимаются до 18 октября. Подведение итогов в ноябре 2014 года. Лучшие работы будут представлены в финале Всероссийского студенческого форума. Подробная информация на сайте studforum.ru. Заказать рекламу и подать объявление вы можете по телефону 54 20 12. В завершение сегодняшнего блока рекламы и объявлений хочу привести мудрое высказывание Бернарда Шоу. Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили. Всего вам самого лучшего!